Всем здравствуйте! 8 апреля этого года стало известно об экстренной госпитализации 89-летнего отца Филиппа Киркорова Бедроса Филипповича. Народного артиста положили в реанимацию. Появились сообщения, что Бедроса Киркорова отправили в больницу из-за коронавируса, но позже утверждалось, что у певца хроническая сердечная недостаточность. Вчера сам артист вышел на связь с журналистами и развеял мифы о своем самочувствии. «Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице. Кашель, давление», – признался Бедрос Киркоров в телефонном разговоре. К слову, Филипп Киркоров переживает за состояние здоровья отца. Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса у папы случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шатаевича Ревишвили в Институте Вишневского. «Сейчас идет Великий пост. Я молюсь и верю, что папу поставят на ноги», – поделился исполнитель. Филипп надеется, что отец посетит шоу, посвященное его юбилею. «Сейчас это моя главная забота – здоровье и жизнь моего папы. Верю, что выздоровеет. И он займет самое главное место в зале на моем юбилее, на концерте в Санкт-Петербурге 15 апреля». Совпадение с днем рождения Пугачевой совершенно случайное. У нее есть сегодня кому делать подарки в этот день. Я подарю этот долгожданный концерт поклонникам. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет. Я был бы самым счастливым человеком на свете, признался Киркоров. Напомним, что впервые Бедрос Филиппович заразился коронавирусной инфекцией в 2020 году. Когда народный артист почувствовал недомогание, его экстренно госпитализировали в одну из элитных столичных клиник. В больнице состояние Бедроса Киркорова ухудшилось. У него начала прогрессировать хроническая сердечная недостаточность. Певца перевели в реанимационное отделение. Медикам удалось его стабилизировать. В марте этого года Бедрос Филиппович заболел коронавирусом во второй раз. Киркорова-старшего отправили в больницу, где он находился под наблюдением врачей. Медики сказали, что серьезных поражений органов обнаружено не было, поэтому после того, как тест показал отрицательный результат, артиста перевели в кардиологическое отделение, где он быстро восстановился. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!